Мне 19 лет, я занимаюсь воркаутом. Этот ролик распространился по всему Инстаграму, и все думали, что ты вытворяешь, это фейки, монтаж. Вы знаете его? Да, знаю. Сегодня мы постараемся вас удивить. Ты прекрасно понимаешь, сколько групп отмечали это. Некоторые писали, что это фейк, некоторые писали, что внутри арматуры. Докажем вам и покажем, что то, что мы повторяли, показывали в Инстаграме, это реалистично и... Ну, это реально нереальные вещи, потому что даже тот факт, то, что Мерадил установил 5 мировых рекордов, показывает то, что это уникальный человек, и такое мало кто может повторить. Но таких людей лично я не знаю. Сколько ты килограмм весишь? Ну, где-то 67-66. 66. И, ребят, я вам хочу сказать, что форма Мехти очень хорошая. Какой элемент покажешь нам в первую очередь? Такой, знаешь, для разминки. Ну, может, просто горизонт. Давай, покажи горизонт. На брусьях. На брусьях? Да. Давай. Делает легче, чем я обычно отжимания делаю. Каким дополнительным весом ты вообще сможешь бы отжаться? Ну, примерно 50 килограмм. Вот если я сейчас позвоню пацанам, ты сможешь повторить? Да, смогу. Пацаны, идите сюда. Ассаламу алейкум. Вы знаете его? Да, знаю. 32, давай. Мне кажется, что он тяжелый. Надо посмотреть, постараемся. Так, давай. Готов ты, Мерди? Вы видите это, да? Все, все, все. 32 килограмма в горизонте. В Инстаграме очень много роликов, и ты снимаешь там пару лет, да? Но никогда я не видел, чтобы ты показывал, что у тебя проблемы с ногами, и твои подписчики про это даже не знают. Почему так? Почему не показываешь? Ну, потому что... Ну, я не хочу, чтобы люди меня жалели. Вот. Из-за этого. Что, постараемся показать и доказать, что ты это можешь повторить. Вот тот самый старый канат, который нам наш друг Хизир подогнал. Вот. Изначально Мерди начал снимать ролики с Хизером. Настолько набирали хорошие, посмотрим, насколько люди требовали, просили, что мы начали совместно Мерди также снимать ролики. И вот решили вам доказать. То есть, насколько он тонкий, как объяснить людям? Вот, видно, да? Он тем более очень тонкий, такой старый, знаете, не... Вот. Я его специально искал часа два, чтобы люди не писали, вы там другой канат ему нашли. Тот самый канат, который был в Инстаграме. И еще, знаешь, для разминки начнем с чего? Не-не, давай начнем с легкого. Есть по-любому зрители, которые тебя не знают, и покажем вообще, на что ты способен. Начнем с легкого. Давай. Давай, как бы первый уровень, да, сложности. Ну, это легко, как бы, для Мерди это, как бы, знаете, попить чай или воду. Давай. Ну, да, это такая разминка, знаете, это как бы для Мерди попить чай. Вот, насколько это для тебя, ну, типа, знаешь, люди не могут сделать 10 отжиманий. Сможешь повторить? Да. Показывай свои пальцы, да. Обычные пальцы, не железные.
отжиманий. Мой рекорд на пальцах 8 отжиманий. 8 отжиманий? Да. Это мировой рекорд или нет? Ну, я никого больше не видел. Честно, я тоже никого не видел. Но если вы кого-то знаете, то напишите обязательно в комментариях. Ну, мы есть? Обязательно посмотрим. Обязательно побьем этот рекорд. Так, Стас, как возьмем? Ну, подожди. Руки, чтобы обычные пальцы, да, вроде бы и не толстые, типа, ну, не знаю, обычно все обычные пальцы, просто я не знаю, как они могут выдерживать такой вес. А вообще у тебя болят эти пальцы? Да. Болят? До сих пор вот этот болит. Травмировался. Травмировался, да? Да. А сейчас я вешу 88-89 килограмм, не знаю, сможем повторить этот трюк или нет. Ну, это первый трюк, который мы совместно выполнили. Смех, иди. Давай постараемся. Я. Но чувствуется, что у пальца, что пальцы и руки очень сильные у Мерди. Прям он сжал мои пальцы, я думал, сейчас они сломаются. Короче, постараемся сейчас, чтобы Мерди сделал отжимание на двух пальцах. Так. Хрустнуло? Давай, надо надо. Я. Все. Вторая попытка. Вот, да. Мы это сделали. Павел, покажи. Погнулся палец. И первый раз хрустнуло. Вот. А ты не боишься, что ты можешь палец просто сломать? Нет. Было такое, что ты вот так палец согнул, и у тебя пару дней болело там? Опух. Ну, до сих пор вот этот болит. До сих пор болит, да? Да. Друзья, без отмазок все сделали, как вы видели, да? Так что поздравляю тебя, круто. Надеюсь, больше после этого не будет никаких сомнений. Но никаких оправданий, но скажу так от себя, что погода не самая лучшая, очень холодно. И вы сами прекрасно понимаете, в холодную погоду очень сложно выполнять какие-либо. Ты мне сейчас предложил, чтобы я поставил машину на нейтралку, чтобы ты его потянул, да? Да. Как ты собираешься его потянуть? Ну, сидя. Сидя? Да. Так, за что ты будешь, типа, держаться? Ты же... У тебя же нет... Ты вот так хочешь, да, потянуть? Да. Ну, давай тогда постараемся. То есть поставим машину на нейтралку. Как бы обманывать смысла нету. Если он сможет, сможет. Если нет, то нет. Да, смотри. Нейтрально. Да. Вот. Вот, нейтрально. Так. Молодец. Пусть дальше. Давай. Мяди. Так, у тебя сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять кубков, если я правильно посчитал. Скажи нам, какой самый значимый для тебя кубок, который достигся сложным путем? Самый сложный кубок я получил этот. Звук в машине хороший звук.